Всем привет, с вами Росиксон. Сегодня я начну рубрику туториалов без воды и постепенно буду ее развивать. Так что заплатите мне за нее лайком. Сейчас вы узнаете все о стейблкоине BUSD, как с помощью него заработать, чем он обеспечен и какие льготы можно получить благодаря ему. А прежде чем начать, в описании ссылка на мой телеграм-канал, где я хвастаюсь своими прибылями, иногда убытками, и там вы узнаете, что я придумал на этот раз. Начнем. BUSD – это стейблкоин, привязанный один к одному к доллару, одобренный управлением финансовых услуг штата Нью-Йорк, выпущен в партнерстве с Paxos. Это одно из многих его преимуществ. Boost – один из самых надежных стейблкоинов, поэтому я выбираю его вместо USDT, так как он полностью обеспечен долларами в отличие от USDT. Boost стремительно покоряет рынок стейблкоинов. Почему так быстро, мы скоро узнаем. А пока факт. Циркулирующее приложение BUSD уже более 12 миллиардов долларов. С помощью BUSD можно торговать самыми топовыми альткоинами на Binance, покупать мистер боксы и выводить с минимальными на рынке комиссиями. Я вот часто вывожу босс Binance и ввожу, так это очень удобно и быстро. А прибыль тоже в Boost фиксирую. Сейчас как раз расскажу почему. А пока напиши коммент, и тогда я чаще видосы буду делать. Благодаря BUSD можно получать пассивный доход разными способами. Начну с моего любимого способа, которым пользовался не раз. Это Binance Launch Pool. Там можно стейкать BNB, Boost и, как правило, еще одну крипту. Да, конечно, у пула Boost не такая большая доходность, как у BNB, но и рисков гораздо меньше. Полученные токены можно сразу продать, а можно подождать пару месяцев. Они, как правило, дорожают. Или продать все моменты в момент листинга, когда его цена неоправданно дорожает. Также можно положить ваш буст под фиксированный процент и получить гарантированный процент после истечения срока хранения монеты. Например, минимальный срок 7 дней, а максимальный 90. Также есть и плавающий депозит, где процент может изменяться, но зато проценты выплачиваются каждый день, и взять BUSD можно в любой момент. Правда, проценты не такие уж и большие. Для обоих случаев процентная ставка не превышает 5% годовых, но зато никаких рисков. Но тем не менее высокий процент по сравнению с банковскими депозитами. Также можно закинуть BUSD в Liquid Swap. К примеру, Boost с DAI 7% годовых. Boost в паре же с альткоином будет приносить больше прибыли, но и риски немного выше. Например, BUSD с Pond 21% годовых. BUSD маржинальный контракт — это фьючерсные контракты, которые используют Boost в качестве обеспечения. Все так же, как с фьючерсами USDT, только лучше, так как тут мы платим меньше комиссии, плюс, как мы уже разобрались, BUSD более функционален, особенно для пользователей Binance. А сейчас небольшой экскурс по фьючерсам. В лонг-позиции мы получаем прибыль, когда актив растет, а убыток, когда он падает. И процент изменения цены после нашего входа умножается на выбранное плечо. Например, мы открыли лонг-позицию по BNB. С плечом 10, при цене $300. А когда цена BNB выросла до $330, теперь мы считаем процент изменения актива, а именно 10% вверх, а у нас лонг, и умножаем на плечо, и получаем прибыль 100%. Это довольно упрощенный пример, но я думаю, он был понятен. Если нет, пиши вопрос в комментарии. При шорт-позиции мы получаем прибыль при падении актива, а убыток при его росте. Будьте аккуратны с фьючерсами, не выбирайте слишком большое плечо и сперва поторгуйте на споте. При изолированной торговле вы используете только ту сумму, с которой вошли в сделку, и можете потерять только ее. А в кросс-режиме, если вы не угадали, постоянно будет усреднение позиции, пока у вас не закончатся деньги или актив не пойдет в нужную сторону. Ликвидация – это такая ситуация, при которой ваш убыток составляет 100%. В описании будут все реферальные ссылки, по которым у вас будет скидка 10% на комиссии и код для фьючерсов. Торгуйте выгодно и с умом. Спасибо за просмотр, пиши свое мнение в комментарии. Спасибо за поддержку, наберем 40 лайков. Будет вообще топ.